Тебя, великий Бог, за Твое могущественное и славное присутствие на этом месте. Мы так благодарны Тебе, дорогой Господь, что Ты спас нас, что Ты протянул руку спасения Своего к нам. Тогда, когда мы находились в болоте, когда мы находились в проблемах, мы благодарны Тебе, Отец наш Небесный, за Твою великую любовь, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарны Тебе, дорогой Господь, за жизнь вечную, которую Ты даровал нам. Мы благодарны Тебе, что нам не пришлось зарабатывать эту жизнь вечную, но по Твоей доброте, по благодати Ты спас нас через Сына Своего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты добровольно пошел на то, что, Господь, на то, что было трудно, на то, что было невозможно никому из нас. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Гефсиманский сад, что Ты был послушен воле Отца Своего, и Ты не сломался. Ты сражался до кровяного пота, и Ты не сдался, но исполнил волю пославшего Тебя, Отца Небесного. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою любовь к нам, за Твое терпение, что когда Ты висел на кресте, Ты сказал, Ты молился о тех, кто Тебя распинал, и Ты сказал: «Отче, не вмени, ибо не ведают, что делают». Не ведают, что делают. Мы благодарны Тебе за такую любовь и терпение к нам, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Твое святое имя. И нам очень дорого Твое имя. Нам очень дорого Твое имя. Потому что пред Твоим именем склонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Пред Твоим именем склонится всякое колено. Перед Твоим именем никто не в силах устоять. Ни одна болезнь, ни одна зависимость. Никто не в силах устоять. В Твоем имени, Господь, в Твоем имени сила. Церковь, в имени Иисуса сила. В имени Иисуса сила. Если ты столкнулся с проблемами в своей жизни, тебе нужен Иисус. Иисус, Иисус. Если это болезнь, тебе нужен Иисус. Скажи только: «Иисус, я верю, что пред Твоим именем преклонится всякое колено. Во имя Иисуса болезнь вон, болезнь вон!» Я верю, что когда вбивались гвозди в руки и ноги моего Господа Иисуса, я ранами Его исцелялся. Твое исцеление принадлежит Тебе еще 2000 лет назад. Оно Твое. Возьми его. Возьми его. Возьми его. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Тебе слава и честь. И благодарение. И благодарение, великий Бог. Мы так ценим. Мы так ценим Твое присутствие в нашей жизни. Просим Тебя, Господь, благословляй нас дальше. Обличай, Дух Святой, если нужно нас обличать. Мы знаем, что нам нужно обличение. Обличай, когда мы в этом нуждаемся. Когда нужно для нас обличение, чтобы нам возрастать в Твою святость. Потому что Ты, Господь, сказал, что без святости никто не увидит Бога. Об этом говорит Твое Слово. Без святости никто не увидит Бога. Святы, так как Ты свят. Мы хотим стремиться в это освящение. И мы просим: прости нам всякое наше прегрешение, осознанное и неосознанное. Прости, Господь. Иисус, мы просим Тебя, омой нас своей святой кровью, чтобы нам войти в святое святых Отца нашего Небесного и насладиться еще больше Его присутствием, которое очень ценно и дорого нам. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Мы благословляем Твое имя. И мы благодарны Тебе
за великий обмен на кресте. Тот обмен, который произошел еще 2000 лет назад. Вместо печали ты даешь радость. Вместо смерти ты даешь жизнь. Вместо проклятий ты дал благословение. И конец моему проклятию на кресте. Не верь, если тебе кто-то говорит сегодня, что ты под проклятием. Если ты сегодня принял жертву Христа, принял Его как своего Спасителя, проклятие в твоей жизни остановлено, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе. Мы благодарим Тебя, Иисус, за этот обмен. Спасибо Тебе за крест, за Голгофу, за кровь. Мы благодарим Тебя, дорогой Господь. И мы сейчас эти нужды мы приносим к Твоим ногам. К Твоим ногам. Мы приносим к Твоему кресту. Потому что я знаю, что у креста конец боли моей. У креста конец боли моей. И мы приносим эти нужды и просим во имя Иисуса Христа, Господь, покрой по богатству своему через Сына Своего Иисуса Христа. Восполни по милости каждую нужду. Ты видишь каждую эту записку. Ты видишь нужды в сердцах наших прямо сейчас. Прикоснись, Господь. Прикоснись, Господь. И покрой. И мы с благодарением принимаем ответ на эту молитву. Спасибо Тебе. Тебе хвала и честь. И величие, и благодарение. Мы также благословляем нашу страну. Мы благословляем Украину. Мы благословляем, и, Господь, мы не перестаем просить Тебя о мире. Мы не перестаем просить Тебя о мире. Святый Бог, мы просим Тебя о том, чтобы мир Божий, он наполнил нашу страну. Чтобы Твой мир, он наполнил сердца людей. Мы просим, Господь, о том, чтобы война была остановлена во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, о коррупции, чтобы во имя Иисуса Христа этот корень во имя Иисуса, он был искоренен с нашей страны. Потому что сегодня многим выгодна война. Они обогащаются. И мы просим, Господь, чтобы этот дух коррупции, он был вырван с нашей страны во имя Иисуса. Мы прямо сейчас, Иисус, как Ты проклял смоковницу, мы проклинаем Тебя, дух коррупции. Мы проклинаем Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы проклинаем Тебя и говорим: засохни и не приноси плода вовек. Не приноси плода вовек. Во имя Иисуса Христа. Великий Бог, и пусть это все будет в Твою славу. В Твою славу. Пусть увидят многие народы, что Ты совершаешь в этой стране. Великий Бог, Тебе слава, честь, величие и благодарение. Нашему Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. 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 Аминь.